Доброго времени суток, вы на канале Котельный Доктор, а сегодня, ребят, необычный пациент, необычный для нашего региона, может быть, квантом у вас продается чаще, а у нас он реже, потому что на самом деле это, ребят, на самом деле это Биаси. Вот, Электролюкс Квантум или Биаси, кто из них вот это произвел, помните, я на одном из видео рассказывал, что самый прекрасный для продавца котел, это у которого плата находится под гидравликой. Вот смотрите, как интересно, трехходовой привод у нас. Вот он находится, да? Знаете, течет вот это дело у нас частенько. Кстати, здесь уже, по-моему, капелька. А, нет, живо. Датчик давления, то есть гидравлическая группа. Вот здесь у нас фильтр, насколько я помню, стоит под этой клипсой. Ну, не заглядывал в Биаси, точно. А вот она у нас электронная плата. То есть, как только течет вот этот сальник, заливает моментально плату. Насос, по крайней мере, более-менее поставили на совесть. Под ним есть решеточка, как бы охлаждающая. Вот 4 года, ребят, пациенту. Вода жесткая очень. Ничего не делалось, не обслуживалось. Сейчас у нас капает. Капает то ли подпиточный вентиль, сальник. Довольно-таки порядочные, кстати, сальнички. То ли от того, что у нас просто расширительный бак недокачан. А ну-ка, давайте глянем на теплообменник. Ребятки, твердая четверочка, посмотрите на гидравлику, то есть котел-то у нас подпитывался, потому что у нас расширительный бак не работает, при этом, смотрите, сальнички у нас не потекли, здесь у нас все хорошо. Эй, ребята из Бакси, почему у нас не течет здесь гидрогруппа в течение 4 лет, не то что на Фортече, друзья мои. Так что вот так вот, ребят, кто по этому котлу еще много интересного знает, пишите, звоните. Вот, запчасти я смотрю от разных, здесь подходят, вон датчик холла стоит. И заглушка как в Фортече, это тоже как в Фортече у нас стоит. А вообще, ребят, очень даже ничего, чья это турбинка, не пойму. Ага, ремонтопригодная, есть у нас здесь шурупчики, все, в принципе, можно поковырять, посмотреть. Чей теплообменничек, не знаю, короче, напишите мне про этот котел, потому что я этого зверя встретил первый раз. До этого Биаси такие мы видели, а это у нас называется Электролюкс Квантум GCB24FI. Так что пишите мне про него.